Книги не обязательно. Вам предстоит стать Рене Корда, суперчеловеком будущего, способным создавать целые миры по своей прихоти и путешествовать во времени. Этим и надо будет заняться, чтобы выяснить, кто портит два прекрасных мира, нарушая привычный ход жизни. Предупрежу сразу, что игра это для любителя сложных приключений. С размаху ее не пройдешь, разбираться придется основательно. Древних стран город Стоункип, каменная крепость. И жили там простые, счастливые люди. Однако жуткая участь постигла это спокойное место. Неведомый демон мимоходом стер Стоункип с лица земли. Однако мальчику по имени Дрейк удалось спастись. Дрейк вернулся, а он встал у обрыва, где был город, и начал печалиться об былом. «Чего печалишься, парень?» – спросила его фея-красавица. И предложила Дрейку ни много ни мало вернуть город. Правда, для этого нужно сделать сущую безделицу. Пройти гигантский подземный лабиринт, буквально напичканный всякой гадостью. Кстати, это не очередной клон Бессмертного Дума, а ролевая игра, где вам предстоит провести долгие часы за совершенствованием боевых качеств главного героя и решением разного рода проблем. Что такое 11 час? Это продолжение седьмого гостя. А вы знаете, что такое седьмой гость? Это чемпион хит-парадов, самая популярная игра, продаваемая на компакт-дисках. Более миллиона двойных CD. Когда гость появился 3 года назад, он вызвал шок среди любителей компьютерных игр. Потрясающая компьютерная графика, живое видео, просто сенсация. Многие из вас наверняка видели эту игру, поэтому перехожу к 11 часу. В небольшом городе на севере США обнаружено несколько трупов. Кто стоит за этим?